После посещения укрепления Пираста наш путь лежал в Котор. Нашей целью было посетить крепость Святого Иоанна, которая является самой укрепленной и высокорасположенной среди остальных крепостей нашего выпуска. Одна из дорог, ведущих к крепости, идет прямиком из Котора, и по ней нам предстоит подниматься около полутора часа. Пока мы поднимаемся, немного окунемся в историю. Оборонительные сооружения близ нынешнего города Котор появились еще в Иллирийскую эпоху. Но первоначальное строительство крепости связывают с римским императором Юстинианом, который в VI веке возвел на вершине высокой горы нынешний форт. В дальнейшем укрепление неоднократно перестраивалось и видоизменялось вплоть до XIX века. Однако основную форму крепости заложили венецианцы, получившие власть над городом в 1420 году. Это древняя кузня и сохраненный с тех времен экспонат, который помогал создавать и поддерживать нужный жар в кузнечной печи. Хочу вам напомнить, что венецианцы владели поселениями Бока-Каторской бухты в период с 1420 по 1797 года и всячески старались защитить народ от набегов турецких пиратов. Так, например, в 1538 по 1571 года и в 1657 по 1699 года Каторская крепость успешно отразила две турецкие осады. Позже, после венецианского периода, крепостью владели французы и австрийцы. Впрочем, как и крепостью Святого Креста в Пирасте. Крепость Святого Иоанна прикрывает город с восточной стороны, а прямо за ней начинается горный массив Ловчин. Непосредственно до самого форта снизу поднимается мощная зигзагообразная стена, в разных местах имеющая толщину, доходящую до 20 метров. На всем протяжении укреплений раньше располагалось почти 38 пушек. Такие укрепления позволяли очень долго держать оборону крепости. Несмотря на сильные повреждения землетрясения 1979 года, сама крепость и окружающие стены хорошо сохранились до наших дней. Хочу заметить, что крепость не является заброшенной, в отличие от крепости Святого Креста,
и имеет открытый доступ наверх с разных сторон. Сейчас. Ну, аккуратно, бери камеру. На него упаду я, не спы. Так вот, ребят, приходится подниматься, я не знаю. Кушина. Да хрена, короче. Если вы обратили внимание, то дорога к крепости представляет из себя серпантин с бойницами, что позволяло наиболее эффективно обороняться во время осады. Отсюда, с высоты 280 метров, на крепости Ивана открываются замечательные виды на Каторско-Рязанский залив. Чтобы подняться сюда, требуется преодолеть расстояние в 4,5 километра или около 1400 ступенек. С задней стороны мы видим руины древней деревни Спильяре. Во время защиты крепость предусматривала плавный отвод войск в саму крепость. Вы только представьте себе, вы нападаете на один из бастионов крепости, а из других на вас сыпется град стрел и выстрелы из огнестрельного оружия тех годов. Мало того, в тех краях практиковался слив горячего масла по стенам крепости, что еще сильнее осложняло осаду. То есть крепость считалась неприступной. И разве что подготовленный командующий с армией в сотни тысяч человек, кораблей, коней и прочих военных приблуд мог пробить такую оборону.
цикады, вот эти вот редкие цикады. Вот. Вот. Когда мы добрались уже до верхней части крепости, постепенно начало смеркаться. И нам пришлось спускаться уже в темноте. Помимо красивых видов с крепости, тут также можно насладиться звуками суетливого города. А вечерний город с Которской крепости выглядит по-особенному сказочно. В ночное время на крепости включают подсветку. Ну а на этом наш видеоролик подходит к концу. Обязательно ставьте лайки, комментарии, колокольчики и рассказывайте о нашем канале друзьям.